минимум еще на 10 часов. Жара сейчас тут, я не знаю, градусов 50-55, наверное. Больше температура, что как больше, чем примерно где-то 80 градусов. Так что поступайте на штурман. Анализы очень плохие. Прислали из компании письмо, сказали срочно проверить состояние колец, так как на этом топливе уже на другом судне были сломаны кольца. Залезли мы и обнаружили, что на первом сломано кольцо, на первом цилиндре и на пятом цилиндре. На пятом вообще там кирдык полный. 8 часов вечера мы достаем поршень. Откручиваем пятку поршня. Открутили пятку поршня, 4 болта, на 4 болта она крепится. Накручиваем направляющую для снятия стаффинг-бокса. Эту направляющую. Теперь наша задача открутить... Сейчас тут под глаза лезет. Открутить 4 болта стаффинг-бокса. Открутим 4 болта стаффинг-бокса, отдаем телескопию. Поднимаем поршень до того момента, пока он не упрется стаффинг-бокс, специальные канавки. С одной и с другой стороны. Все, уперся. Мы немного его приподнимем, увидим, что стаффинг-бокс тронулся. И поднимаем до конца в самую верхнюю мертвую точку. Пацаны сверху снимут крышку цилиндра, оденут приспособу для поднятия поршня. И будем его поднимать уже краном. Как достаем поршень, как достается поршень сверху, у меня есть видео на канале. Ссылку оставлю в описании, переходите, смотрите. Мне сейчас не до съемок, трачу время на это. Но сделал видео изнутри, как это все происходит. Еще забыл сказать, что с собой всегда берите. Ведро взяли, прицепили к направляющей стаффинг-боксы. Положили те ключи, которые вам нужны. Ключи, отвертку, молоток. Все, больше вам ничего не надо. То, что здесь есть стопорные тоже шайбы, их нужно будет отгибать. Также рекомендую использовать трещотку. Здесь ей будет более удобно крутить, чем обычным рожковым ключом. И последнее, что телескопию отдавайте в самую последнюю очередь, потому что будет капать масло, и будет оно капать прям вам на голову. Поэтому отдавайте ее в самый последний момент. Надеюсь, вам понятно, и теперь будете иметь представление. Вот здесь видно следы, что пяткой упирались в корпус.
отдал я сальник. Отдал телескопию. Теперь мы поднимем поршень. Как он только сдвинет стаффинг-бокс, мы пойдем наверх. Снимем цилиндровую крышку. Как только снимем цилиндровую крышку, там почистим, флеймринг снимем. Поднимем поршень еще выше, чтобы направляющие полностью выдавили стаффинг-бокс. Тогда оденем приспособу на поршень, зацепим ее краном. Я сюда приду опять, залезу в картер и буду смотреть, чтобы вот эта пятка выходила через направляющие, направляющие картера. Здесь зазоры с каждой стороны буквально, не знаю, там будут пару миллиметров, это, ну, может, до 5 миллиметров с каждой стороны. Поэтому надо очень аккуратно, чтобы у вас была налажена связь, кто стоит на кране, но в основном стармех стоит, ну, стармех или второй стоит. И потихоньку на маленькой скорости мы поднимаем краном. Я здесь направляю пятку. Как только она вышла через направляющий, тогда уже можно более быструю скорость включать. Также, если у вас на кране нет маленькой скорости, то тогда можно на кран прицепить тальку там 3-5-тонную и талькой потихоньку поднимать. Это более, я считаю, безопасно. И также талькой опускать. Намного проще, даже если вы используете маленькую скорость на кране. Не знаю, видно или нет, вот одной рукой держусь. Упор на ноги. Сейчас малоповоротным устройством. Вот оно, я его сюда поставил. Покажу вам, не знаю. Видно будет или нет. Потому что мне тут вообще неудобно. Сейчас буду поднимать.
себе поршень, подняв верхнюю мертвую точку. Сейчас они будут... У меня верхней мертвой точки, поднимайте сами. Окей, окей, давай. Все, сейчас они начинают потихоньку вирать. Я жду того момента, когда пятка дойдет до направляющих. Сука. Сейчас. Ладно. Вот, они поднимают поршень. Да, да, я вижу, что вы поднимаете. Давайте, поднимайте. И мне нужно удерживать поршень и направлять его, чтобы он вышел по направляющим. Руки под пятку ни в коем случае не заводить. Не дай бог, если приспособа оборвется, то руки, руку или пальцы сразу отрежет. Поршень 1,5 тонны весит. А сейчас еще судно немного качает, поэтому... Тяжеловато его удерживать. Стоп, стоп! Стоп, стоп! Литл Майна, Майна! Thank you.
переднее кольцо, на нем был сломан замок. Вот так должно быть, а стало вот так. С этой стороны то же самое должно быть, с верхней части. Не знаю, слышно меня или нет, микрофона у меня сейчас с собой нет. Произошло, взяли бункер Германии, пришли результаты анализа, результаты архии, отправили пробы топлива снова в лабораторию, результаты также плохие. В общем, три раза мы отправляли, и все три попытки неудачны. Этот бункер мы не использовали, возили его примерно 3-4 месяца, и настал тот период, когда компания сказала использовать этот топлив. Мы перешли на него. Двигатель отработал чуть более суток, затем мы залезли делать инспекцию и, можно так сказать, приохренели. На пятом цилиндре полностью сожрало кольца, все четыре кольца. На первом цилиндре был сломан замок верхнего кольца, и второе, третье кольцо было лопнуто. Форсунки на главном двигателе накрылись, все начали лить. На всех выхлопных клапанах главного появились остатки несгоревшего топлива, где обычно сажа в выхлопном клапане. Что вы сейчас вот видите, вот такая вот у нас херь была у нас на выхлопном клапане и выхлопном коллекторе. Объем 2-3 сантиметра. На дизель-генераторах сожрало иглы в распылителях. Ну, не знаю, как они еще работали, но там беда конкретная была. И сейчас, как вы видите, у нас вся топливная система встала. Мы подсадили паровые шланги в топливную систему и пытаемся уже вторую неделю выдавить все это говно из системы. Надеюсь, уже сегодня закончим. Температура вот этой колбасы, которая сейчас лезет, 60-65 градусов. Уже всем известно, что в новом топливе практически никакого топлива нет, а большая часть химии, так как сейчас эта проблема ходит практически по всему флоту и коснулась не только. Кто работает, тот знает. У нас такие предположения, что пока мы возили этот бункер 3-4 месяца, вся эта химия, которая находилась в топливе, она просто выпала в осадок, и мы тупо закачали эту химию в отстойный расходной танк. И двигателя у нас, можно сказать, работали на химии. Единственный дам совет, если у вас бункер по каким-либо причинам не расходуется, например, долгое время стоите на якоре, то просто начните циркуляцию данного танка, чтобы эта химия не выпадала в осадок. Там уже как повезет. На этом закончу. Всем спасибо за просмотр. Делитесь видео и не волнуйтесь. А мы дальше работаем. Всем удачи и пока.